На старт! Внимание! Марш! Они и спасатели, и спортсмены одновременно. На соревнованиях, как и на работе, успех зависит от каждой секунды. В реальной ситуации ловкость, выносливость и скорость могут спасти человеческую жизнь. Ильдус Асадулин в пожарной охране работает уже почти 15 лет. Свободное время отдает тренировкам. Отсюда и звание мастер по пожарно-прикладному спорту. По штурмовой лестнице на четвертый этаж забирается за 14 секунд. И все это в полном снаряжении. Чтобы понять, насколько тяжело находиться в этой боевке, ее надо одеть. Особенно летом, в 30-градусную жару. Штурмовка вообще это как бы мой самый любимый спорт. Готовимся, постоянные зачеты и так далее. То есть держимся на уровне. В форме нужно быть постоянно. Боевые навыки на работе приходится применять чуть ли не каждый день. На соревнованиях спасатели сдают челночный бег, подтягиваются и вяжут специальные спасательные узлы. Спасательные узлы, которые могут быть навязаны на потерпевшего. То есть обнаружен человек в условиях пожара, есть возможность его по пожарной веревке спустить, есть определенный узел, которым пожарный завязывает пострадавшего и аккуратно его эвакуирует в безопасную зону. Участие в состязаниях приняли спасатели из 21 пожарной части региона. Лучшим предстоит выступить на региональных соревнованиях. Павел Баймаков, Василий Колдашов. События.